один из самых сильнейших боксеров в мире, вне зависимости от весовой категории, непобежденный казахстанский боксер Геннадий Головкин и 5 интересных фактов о нем. Геннадий Головкин – непобежденный казахстанский боксер-профессионал, чемпион мира среди любителей 2003 года и вице-чемпион Олимпийских игр. Чемпион мира по 4 версиям входит в тройку лучших боксеров, независимо от весовой категории. В конце 2013 года Геннадий Головкин был назван боксером года по версии авторитетного американского издания USA Today. Любительская карьера Головкина была продолжительной и насыщенной. Он провел 350 боев, из которых 345 выиграл. Свой первый официальный бой Геннадий провел в возрасте 11 лет на турнире областного масштаба. Там ему пришлось боксировать с соперниками на несколько лет старше его. В итоге он стал победителем тех соревнований. В 2000 году Геннадий выиграл чемпионат мира среди любителей. В 2006 году Головкин дебютировал на профессиональном ринге и первые 8 поединков выиграл досрочно. Отец Головкина по профессии шахтер, мать работала ассистенткой в химической лаборатории. Двое из трех братьев Головкина служили в армии и погибли при неясных обстоятельствах. Боксом Головкин начал заниматься именно по настоянию старших братьев. Третий брат Максим тоже занимался боксом. В настоящее время является заслуженным тренером Республики Казахстан по боксу. Братья выступали в одной весовой категории, но никогда не дрались друг с другом. Если им выпадало провести поединок, один всегда снимался с соревнований. Средняя цена на билет боя Головкина в Америке составляет около $400, и она постоянно растет с популярностью боксера за рубежом. Головкин сотрудничает с Nike и Jordan, которые снабжают его команду одеждой и обувью. Геннадий Головкин не знает поражений на протяжении 34 боев, 31 из которых он завершил нокаутом. Процент боев, закончившимися нокаутами, равен 91,1% и является высшим на данный момент среди действующих чемпионов мира в среднем весе. Спасибо, что смотрите канал 5 фактов о бойцах, и если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на новые выпуски.